Здорово, мужики. Всем привет, злой школьник, как всегда с вами, пацаны. Захов здание. Я рад вас приветствовать за сегодняшним нашим столом. Сегодня мы купили, друзья, самые большие пельмени у нас в городе. Называются они шах. Каждый, наверное, грамм 300 весит. Да ты шо? Ну... Это вообще пельмени или хинкали. Но самые большие в городе, которые мы нашли. Здесь вес 2 килограмма. У каждого получается по 5 тарелок. Держите майонез, кетчуп, чили. Ой. Намазывайте каждый себе сколько хочет. Сражаетесь вы за 200 гривен. О май гад. Как ты, Руслан, говорил, это пельмени разорви хлебало? Да. То его, походу, разорвет в конце. Блин, мало, стой. Ладно, я туда майонез. Конкретно, бля. На каждый день. О, красавчик. Конкретно. Мне майонез не нужен тогда. Я, надо? Ладно. С майонезом оно будет лучше заходить. Просто, чтобы с малым наравне, типа, было. Кичунез. Так это надо смешать. Ну так оно в желудке все смешается. Во. Сейчас посмотрим. Ты готов, Зверь? Я готов. Настрой боевой. Mm-hmm. Настрой чин-чин. Чин-чин. Давай. Блин, ну я первый раз такое буду хавать, поэтому я не знаю. Я первый раз не такие хавал. Большие, да? Да, вообще. Я вот такие маленькие хавал хинкали, и то нормально так сытно. А это еще не знаю, не пробовал. Сейчас посмотрим, что получится с этого. Все, давайте, подготавливайтесь, настраивайтесь. Так, ну водичку сразу приготовить. На всякий случай. Готовы? Да. Руки вверх. На старт. Внимание. Марш. Пошла жара. Ух. Сочные должны быть. Ну как, за? Вкусный? Да. Бомбический. Он сок капает. Ну, с соком, все как положено. Давай, 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 давай. Смотри, хлебало не порви. Тихонько, Руслан, пережевывай, пережевывай. Ты шо, юшки много? Аж стреляет. Друзья, поддержите нас лайком. Подписывайтесь на канал. Обязательно. Нажимайте колокольчик, чтобы не смотреть первыми наши выпуски. Давай, 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 давай. Но это 2 килограмма мы покупали, это сырых. Они сварились, я не знаю, сколько тут получилось. Интересно. Ну, напишите, как вы считаете. Они стали тяжелее или нет? Вкусно? Ты шо? Шо за? Желудок забивает. Сытные? Mm-hmm. Ну так большие, нифига. Мясо сколько, глянь там, ё-моё. Там еще зеленая фигня какая-то. Ну. Укроп. Давай, 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 давай. Так, это каждый уже ест третью тарелку. Ну блин. А третью. Уже половина есть. Ого. Шо? Наелась дитина? Давай, давай. Разрывайся. Бамбусик. Ого. Захи пока залетают нормально. Школьник что-то уже... Что такое? Чили почувствовал. А, ну нормально.
Что, наелся? Ты готовился к зарубе? Степан, блин. Степан. Кишка, давай, поторопись, блин. Начинаешь проигрывать. У школьников две тарелки, у Захи уже почти одна. Заха вырывается. Ого. Як ви себе почуваєте? Та піпець. Хлопчику. О. Нормально? Давай, 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 давай. Йдем на рекорд, пацани. Школьник уже, правда, не йдет, но Заха йдет на рекорд. Це піпець. Надо бить? Да. Надо бить все рекорды. Ох, и Русланчик, сдулся, блин. Хреново. Они тяжелые, пипец. Хреново подготовился, знаешь. Ой. Захи нормально залетают. Последний! Блять, когда ты жрал, блин? Три дня назад. Два часа назад. Да не может быть. Да. Пять бутербродов затоптал с котлетами. Да. Ни раз себе. Куда оно тогда тебе лезет? Я сам не знаю. Вкусные, наверное. Очень. Ну все, Русланчик тут пролетел, как фанера над порывом. Заха доедает последний. Пальчики облизывают, все четко. Русланчик тут уже сидит что-то, блин, молится над ним. Колдует. Колдует, блин. Вот со собаком праздник будет. Чего это? Е-бой! И победителем становится Заха. О, ты что, тяжко. Ты что, рыгать собрался? Да что с тобой? Заха, как оно вообще? Тяжело вошли? Тяжело. Тебе до хера, да? Да, нормально как раз. Ну, но, если они разварились и стали тяжелее, то ты съел больше килограмма. Хер его, сколько точно, не скажу. Но до хрена. Так, как самочувствие, ребята? Шо ты как этот, полные щеки напихал, блядь? Как он называется? Хомяк, блядь. Слышь, хомяк, блядь. Смотри, порвешь натуру щеки, ё-моё. Отрыжка, да? Да, бутерброды эти были дома лишние. Так ты ж знал, что заруба будет, надо? Да я ж не знал, что такое сытное, ты шо? Я не хотел вообще хавать, мне говорят, да похавай, оно пройдет. Ну ты даешь, ты знал, что ты к Димону едешь, тут надо жрать. Да надо. Русланчик еще полчаса пережевывать будет, то что за щеки напихал. Да я старался. Не, Заха красава, друзья, напишите поздравления Захе в комментариях обязательно. Реально улупил, блин, быстро. У Русланчика осталось 4 штуки, и еще он 2 штуки во рту, блин, жует полчаса уже. Короче, на 2 тарелки Заха тебя сделал. Охренеть, это вообще, это разрыв, блин. Если еще раз такой разрыв повторится, тогда Захе будет добро уже трусы на тебе порвать. На голову натянуть. Да, что ты думал? Ну такие разрывы, ё-моё. Трусы будет рвать на тебе. Понял? Да нахер. А что ты думал? В сказку попал. Так. Вручаем Захе лавандос. Тут заслуженно победные. 100%. Без всяких шансов. Надо Русланчика как-то наказать, блин. Да не, не надо. И так а что это такое? Ты ж не виноват, блин. Ты когда ел? Я? В обед ел. Скотина, ты знал, что сегодня заруба, надо готовиться. Был бы сильнее голодный, блин. Может, это бы еще съел. Да, может, еще один вот этот съел. У тебя ж растущий организм, кишка. Это уже не растет. Как это не растет, блин? Ты молодой, ё-моё. У него на выпускной другому готовят, походу. Ой, надо ергат.
отойти, блин. Да что там собакам тебя... праздник будет? Червячки там у тебя в шоке, блин. Думаю, что за движ, блин. Что так резко, да? Ёпсель-мопсель, блин. Ох и школьник, блин. Кишка конкретная, блин. Друзья, напишите школьнику, что он кишка, блин. Просто все комментарии. Кишка, 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 кишка. Напишите, пусть готовится к зарубам лучше, а то это вообще какая-то шляпендрич, блин. Ну шо, какое наказание? Ну давай, я тебе даю выбор. Слива? Да какая слива? Нормально? Да. А шо ты думал? Что? Надо наказывать по-серьезному. Что такое слива? За нос. Да блин, у меня руки жирные. Да а ничего, он сейчас будет все равно. Ну я могу так мизинцем. Я могу Ты сделать. Димон, он, да. Давай, я ж умею, да. Я чемпион по сливам, друзья. Готов? Ну все, это уже считается. Это подготовительный. Давай, сливку. Маленькую. Оп. Ну куда? Нормально. Ох, блин, сопляки повылазили. Да так понятно. Ты еще и сопляк, оказывается, ходячий. Ёпсель-мопсель. Кишка сопливая. Да иди ты нахуй, что напали, блин. Пацаны, пишите комментарии, что вы не офигели, блин, на школьника одного нападать. Так кто? Я тебя даже не трогал. Фу, блин, нет, делай отрыжки. О, у вас теперь будут жесткие отрыжки, да, друзья. Да у него котлетами еще прет, блин. Ты что, котлеты ел? Ну да, бутерброды же. Ты что, Захар, ты как питон, ё-моё. Ты сегодня налупился, 2 дня теперь будешь ходить. Да, завтра на работу обед не буду брать. Нормально. Базара нема. Так, ну что, друзья, вот такой позитивный видосик. Всем спасибо за внимание. Пишите, какие ингредиенты. Я думаю, что-то надо такое эксклюзивное, что еще не было. Блин, у нас в городе хрен что найдешь эксклюзивное, блин. Миди. Миди? С огурками. Ни хрена себе, это их надо на 3000 купить, блин. Хера. Ладно, подумаем, вы пишите, может, что подскажете нам интересное. Аривидерчи. Пока-пока. Пока, ребзя. Чао-чао.